Потерь мотоцикла, говорит, что Николас Спиди, немедленно остановить, иначе мы откроем огонь. Считаем у трех. Раз. Он специально мостом мразь остановил. Идите сюда, пожалуйста, после моста. Мистер, мистер, после моста, пожалуйста. А чё вы руки поднимаете? А? Ну вы сказали, стрелять будете. Если не остановить, я сказал. Я сказал, если не остановить, буду стрелять, правильно? Так было? Я сказал, а, если. Ну, не, не так услышал, что... не услышал. Ну вот. Снимите масочку, пожалуйста. Так, смотрите, зачем? Я сотрудник Николас Педит Барбоса, вот мой жетон на груди, ознакомьтесь. Согласно глава 2, пункт 5, дорожный кодекс, покажите ваше водительское удостоверение, пожалуйста. Да, и масочку тоже снимите, чтобы посмотреть, это вы или не вы. Так, хорошо. У вас нету лицензии, чтобы водить мотоциклы. 5000 имеется при себе? Правила множим. Может как-нибудь этот, ну, чё? Я просто, это не этот, это мотоцикл, не городской, я, то есть любые, в лесу на нем тренируюсь. Любые. Нет, я просто так, в лесу на нем тренируюсь. Слушай, я не буду спорить, я просто спрошу один раз, имеется 5000, да или нет? Ну, до банка, если съездим. С собой есть. Сколько денег есть? С собой 600 долларов есть. Ты могу издеваешься, дать. Что? Ну, могу штаны отдать. Что, блин? Давай, все, едь. Пошли. Алло, это угонка, бро. Да, мне